Культуристы и культуристки только так и никак иначе себя называют работники культуры Тарановского района. На мероприятие, посвященное Дню культуры, искусства и кино, на районную турбазу приехали все, кто неразрывно связан с этой сферой. Представлен весь Тарановский район. По состоянию культуры судят о духовности народа. С такими словами собравшихся поздравил аким района. Культура Тарановского района на очень высоком уровне. Вот многие даже скажу, что кто-то соревнуется с вами, да, или с нами, и может быть оценка даже несколько, может, не объективна. В том плане, что где-то лучше, хуже. И общий вопрос, разве можно это оценить? Вот то, что в сердцах ваших слушателей, ваших зрителей, ваших поклонников. За удивительный дар радовать людей аким вручил дипломы, грамоты и подарки. В районе действует 83 творческих коллектива. Только за последний год прошло 808 мероприятий, на которых побывали более 30 тысяч человек. Такая работа, сказал Бекберген Утиулин, заслуживает большого уважения, ведь отдыхает хорошо тот, кто хорошо работает. В сфере развития библиотеки у нас много делается. На пополнение книжного фонда хороший бюджет, хорошие финансы выделяются. Работают клубы по интересам библиотеки. Артисты, библиотекари, сотрудники музеев и многие другие. По их словам, все они одна большая дружная семья. Мы все дружим, мы все созваниваемся, мы все общаемся в инете, выставляем фотографии. Мы знаем друг про друга, как наша общая большая семья. Все друг про друга, у кого что, где, третье, четвертое. Отдохнуть один раз, но так ярко и незабываемо, чтобы потом помнить об этом весь год, культуристы стараются каждое лето. Это уже третье мероприятие, и судя по тому настроению, с каким оно прошло, эта традиция сохранится. Валерия Зиноева, Артем Грапов, РТН, Тарановский район, при содействии телекомпании «Акцент».